Всем привет, это пятница, юху! И инфакт на стоп, геймеру. Пока все мы, затаив дыхание, ждем обещанный видеообзор Fallout New Vegas от Максима Кулакова, Bethesda со всей силы работает над новыми Skyrim'ами. С пушками, в космосе, в мобилках, ну и над обычной The Elder Scrolls. А тут Говард поясняет, что компании нужно чем-то занять миллионы сотрудников тысяч внутренних студий самой Bethesda. Так что об участии в разработке франшиз компании каких-либо сторонних студий, типа той же Obsidian, создавшей New Vegas, речь в данный момент не идет. Никогда, мол, не говори никогда, но в обозримом будущем Bethesda все будет делать сама. А вы уж решайте, хорошо это или плохо. Что до ремейков, то, по словам Говарда, ни ремастеров старых Fallout'ей, ни ремастеров старых TES в планах у него нет. Типа та же первая Fallout вполне себе и так запускается на персональных компьютерах, так что и нет нужды ее переиздавать. Ghost Recon Wildlands 24 июля станет куда хардкорней, по крайней мере, если выбрать соответствующий новый режим — призрак. Местный хардкор подразумевает всего одну жизнь персонажа, умираешь, начинаешь прохождение заново, одно основное оружие, сменить его можно лишь у спецящиков или обшмонав противника. Friendly Fire и реалистичную перезарядку оружия. Вместе со сменой магазина сбрасываются и все патроны, в нем оставшиеся. Новый уровень сложности является частью обновы, которая добавит в игру режим наблюдателя, победные экраны и, само собой, карты, испытания и все такое прочее. Королевская викторианская битва с вертикально затапливаемыми картами Игрос от питерской студии Фазан готовится к бета-тесту. Кому интересно, каким образом Dark Souls механика боев сочетается с PvP-форматом Battle Royale и с ретро-вейв-стилистикой, тому дорога по ссылке из описания на страничку регистрации в тестировании. Начнется оно уже 1 августа. Кто не понял, игра нацелена на сражения в ближнем бою с уворотами и спецумениями, кои у разных героев будут отличаться, как и характеристики. В ранний доступ Steam разработчики планируют ворваться в течение этого года. А пятничные косари я планирую раздать прямо сейчас. Награда за лучший блог недели отправляется в цепкие лапы заслуженного блогового историка, смотрите, сколько локальных историй уже настрочил, Бендера 77. Блин, кто вообще 7 произносит как 7? Чё со мной? Само название статьи «Всемирная история игровой индустрии», думаю, говорит за себя и в пояснениях не нуждается. Обзором недели провозглашается актуальный на фоне грядущих ПК-портов разбор Yakuza Kiwami, ремейка самой первой части серии. За авторством Корома. Победителям нужно как можно скорее набежать мне в личку на сайте, пока я ваши деньги на предзаказ Yakuza не слил. Шучу, не солью, конечно. Предзаказы еще не открыты. Студия Zachtronic, специализирующаяся на головоломках типа Opus Magnum и в том числе с хакерской тематикой, готова представить свое новое творение — Exopunks. На дворе 1997 год, а главный герой — бывший хакер, нахватавшийся бактериофагов и вынужденный пойти на сделку — одна целебная доза за каждый взлом. Геймплей делится на три этапа. Первый — штудируй внутриигровую литературу. Думал, в сказку попал, что ли? Второй — пиши хитрый вирус. Третий, собственно, взлом. При помощи созданного вируса хекай банки, заводы, телестудии, правительство и Новосибирский государственный технический университет, не иначе как. Игра подразумевает наличие побочных развлекух, сетевой соревновательный элемент и поддержку мастерской Steam, чтобы юзеры могли придумывать собственные сети для взлома и делиться ими с окружающими. Игра нагрянет в ранний доступ Steam 21 августа. Западный ценник — 19 баксов. Вопрос на миллион, прекратится ли когда-нибудь поток DLC для GTA Online. Очередная, анонсированная 3 недели назад обнова, получила трейлер и дату выхода. Трейлер перед вами, а запуск дополнения под названием After Hours состоится 24 июля. На этот раз нам во владение вверяется ночной клуб и, соответственно, все заботы по его менеджменту. Для DLC была лицензирована куча клубной музяки и выписана путевка в Лос-Сантос Тони Принцу. Тому самому, который фигурировал в сюжетном дополнении для 4-й GTA The Ballad of Gay Tony. Самое время проследовать на сайт StopGame.ru и ознакомиться с обзорами Octopath Traveler и Tsauha Scarlet Curiosity. А в 8 вечера не пропустите стрим по 1-й МГС, на котором Вася с Ваней будут усиленно дискутировать на тему нюансов серии. Все. Удачных выходных, до скорого!